Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня мое видео будет посвящено крымской косметике. У меня пришла огромная посылка 3-килограммовая из Симферополя. И я решила с вами поделиться всем тем интересным, что я нашла из крымской косметики, потому что посылка действительно интересная, много прикольных продуктов. И поэтому решила вам рассказать. Кроме того, я заказывала не только для себя, у меня мама тоже делала заказ и несколько продуктов она тестировала сама, поэтому есть о чем рассказать. Оставайтесь со мной и желаю приятного просмотра. Начнем, наверное, с маминых продуктов. Честно говоря, уже неоднократно у меня мама как бы тестировала косметику со мной, но поступали запросы именно на антивозрастную косметику, что она берет, чем она пользуется, и поэтому мы с ней решили провести такой эксперимент. Она протестировала косметику, попробовала, рассказала, какое у нее мнение сложилось. В целом она очень довольна, и она, в принципе, планирует дальше заказывать. Ей понравились и составы, понравились отдельно каждый из продуктов. У нее был гель косметический эффект лифтинга для ухода за зрелой кожей. Здесь содержатся полифенолы винограда, цитрат серебра и розовое масло. Здесь 35 грамм. Упаковка с помпой, то есть такой гель. Запах у всей линейки такой легкий травяной, очень ненавязчивый, нежный, и к запаху претензий нет. По текстуре очень легкий, хорошо впитывается и очень хорошо увлажняет, питает кожу. То есть, что отметила мама прежде всего, что кожа очень увлажненная, очень напитанная, и чувствуется большое содержание масел, потому что кожа действительно вот на холодный период очень подходит уход, потому что он действительно на маслах основан и очень хорошо напитывает кожу. Следующие два продукта, это вот такие два продукта, которые прям вот, судя даже по упаковкам, идут постоянно. Это сливки косметические для непосредственно кожи лица и для кожи вокруг глаз. Эти два продукта это просто must-have, она пользуется ими постоянно. Что касается состава, из интересного здесь также полифенолы винограда, масло примулы вечерний, витамин Е. То же самое, действительно заявленный эффект лифтинга, он есть у продуктов, действительно кожа подтягивается, очень хорошо напитывается. Единственное, что она отметила, что лучше, конечно, это все использовать на вечер, потому что все такое прям очень напитывающую кожу, и оно оставляет после себя такой вот финиш именно очень напитанности, слегка такой как увлажненно-масляный финиш, и поэтому лучше это все использовать именно на вечер, а на утро что-то более подходящее под базу, под макияж. Но данные продукты прям вот она обожает, в последнее время пользуется только ими. Хороший уход, действительно хорошо питающий кожу, подтягивающий кожу, хороший уход. Тем более, что хочется отметить, что ценник на эти продукты, он просто смешной. Практически даром продукты, при этом у них очень хороший состав, действительно основанный на маслах, особенно ценное масло розы для антивозрастного эффекта. И все это вместе, и цена, и качество продуктов, конечно, стоит попробовать. Для тех дам, кто смотрит меня, смотрит мой канал и интересовался, задавал вопрос, что из ухода интересного я могу посоветовать, что подошло маме, это вот как раз эта линейка, эти три продукта действительно очень крутые, очень хорошо работают. Следующий продукт тоже от марки «Царство ароматов», предыдущие косметические средства тоже марка «Царство ароматов» называется. Эта маска тоже наш семейный must-have, она подошла и мне, и она очень понравилась маме. Несмотря на то, что у нас действительно разная кожа, у нее она чуть больше комбинированная, у меня она сухая, обезвоженная. Но маска просто must-have. В нашей семье это из линейки «Живые маски», маска для сухой кожи, косметическая, с лепестками роз, экстрактом шиповника и эфирными маслами. Очень крутой аромат, действительно пахнет розой. Вот крымской розой, я в детстве отдыхала в Крыму, и у меня с детства остались такие вот воспоминания очень теплые, такие вот прям вот как пахнет эта роза. Потрясающий аромат вот этой вот южной розы, и вот как-то мне напоминает о моем детстве. Очень крутая маска, она действительно такой как кремовая эмульсия, в которой содержатся
вот, как сказать, кусочки вот этих вот лепестков. Потрясающий аромат. Маска ложится тонким слоем на кожу, чуть-чуть подсыхает на коже, легко смывается, при этом она дарит потрясающий комфорт, она очень хорошо питает кожу. Это must-have на зиму для нас, потому что кожа очень хорошо питается. Крутая маска, очень вам советую. Дальше продолжим по розе. У меня из марки Крымская роза, розовая вода. Я изначально брала ее как больше такой спрей на лицо вместо термальной воды на работу, но тут мне не повезло. На сайте там был именно спрейчик, а здесь у меня такая как помпа. Использую в последнее время как тоник, протирая лицо после умывания. Штука очень классная, она очень хорошо увлажняет и питает кожу. Она очень хорошо как приводит в себя кожу после умывания. То есть она, кожа, если раздраженная после умывания, вот эта штука очень хорошо успокаивает кожу. Классная, очень приятный аромат. И мне нравятся именно питательные свойства, хотя по сути это обычная водичка, вот как бы вот по текстуре это как водичка, но при этом мне нравится, как она успокаивает кожу, как она вот работает перед нанесением основного ухода. Очень мне нравится эта водичка, очень мне нравится эта розовая вода, особенно я ее советую девчонкам. Я ее, в принципе, всем женщинам советую, потому что это очень хороший антиоксидант и очень хороший такой превентивный эффект именно анти-эйдж, именно у розового масла, соответственно, у розового гидролата. Поэтому также, девчонки, кто хочет сохранить подольше свою молодость, красоту, очень советую именно розовую воду. Также у кого-то из блогеров я увидела, очень хотела попробовать следующее средство. Это марка также «Царство ароматов». Так мы пошли по «Царству ароматов» планомерно. Это средство для людей, страдающих куперозом. У меня очень тонкая кожа, у меня очень близко расположены сосуды, у меня очень хрупкие сосуды, у меня уже началась сосудистая сетка на некоторых участках лица, меня это очень сильно беспокоит, и поэтому я решила приобрести следующее средство, то есть оно в такой интересной упаковке, средство называется «Нет», то есть такое прям грубоклассное, «Нет сосудистой сетки». А здесь два продукта, это бальзам с экстрактом хмеля и сафоры и тоник с минерализированным экстрактом каштана. То есть два таких продукта. В бальзаме у меня 30 мл, а в спрее у меня получается 100 грамм. Поэтому я была удивлена, почему продукты по сути оба жидких, но они в разных объемах. Сначала вы наносите на лицо этот бальзам, ходите с ним 20 минут, и дальше вы наносите тоник. Я, честно говоря, пока пробовала только буквально пару раз данные продукты, и я пока не разобралась, действительно ли это положительно влияет на мою проблему с куперозом. Аромат, специфический бальзам, вообще для меня, на мой вкус, пахнет елкой. А тоник у него чуть более такой травяной просто аромат. На коже очень, в принципе, вот эта вся процедура приятна, то есть вы нанесли бальзам, поносили, потом нанесли тоник, все это, как сказать, не вызывает у меня отторжения вся эта процедура, мне нравится. Я думаю, что толку будет больше, если я расскажу позже об этих продуктах, именно уже об эффекте конечном, либо когда я увижу на своем лице эффект, либо когда у меня эти продукты закончатся. Но пока что, в принципе, вот эта вот вся процедура, она мне нравится, я делаю регулярно. Нет ни аллергии, ничего, но при этом об эффекте, конечно, рано пока говорить. Следующий продукт, вообще, на самом деле, я сейчас поняла, что у меня практически все от марки «Царство ароматов». Так вот, следующий продукт у меня — мыло мягкой Бельди. Здесь 250 грамм, все было упаковано вот в такую коробку, и дальше будет скраб, он тоже очень хорошо упакован. Здесь у меня баночка. Баночки были внутри еще зафольгированы. Здесь уже у меня полностью фольга снята. Вот. Бельди с... Так, у меня имбирный гибискус. Действительно пахнет цветочками, гибискусом, такой сладкий аромат, чем-то похоже на крокоде. И пахнет имбирем.
На коже мне нравится, он увлажняет очень кожу, хорошо очищает кожу. При этом есть вот эти вот мелкие крупинки, но я не скажу, что они прям могут там поцарапать кожу, еще что-то. Они больше как массажные эти крупинки. Мне нравится. То есть я спокойно даже это средство наношу на лицо. В бане я использую бельди для очищения лица. Мне очень нравится, потому что бельди очень хорошо очищает, именно все из пор вытягивает. При этом увлажняет кожу, не пересушивает ее. Крутой продукт, мне нравится. То есть вот кто любит именно такой формат, бельди. То есть бельди, по сути, это мыло, но при этом вы можете очищать лицо для глубокой очистки лица использовать, можете на тело использовать, то есть оно само по себе как натуральное мыло на натуральных солях. Очень такое нежное, мягкое, классный продукт, и поэтому тоже могу вам советовать. Следующий продукт — это лавандовый мед, это скраб сахарный. Он оказывает успокаивающий эффект и очищает кожу. То есть это такой сахарный скраб с крупными сахарными крупинками. Он очень масляный. То есть я сразу предупреждаю, вот у меня здесь банка. Банка сама вся в масле. Она стоит в ванной, она вот вся-вся-вся в масле. Здесь 400 грамм, то есть огромная-огромная банка. Очень запах классный лаванды. Сама текстура, то есть сахар и лаванда, они размешаны в масле, в оливковом и в смеси эфирных масел. Очень крутой скраб. Он очень хорошо очищает кожу, полирует кожу, при этом увлажняет кожу. То есть после использования этого скраба я не использую никакое увлажняющее средство на тело. Моя кожа, моя сухая кожа, чувствительная, чувствует себя хорошо. Крутой скраб. Тоже могу советовать, потому что большой объем, действительно натуральные ингредиенты, очень крутой скраб. И последний продукт, он не совсем косметический, но тоже стоит вам о нем рассказать. Это варенье из лепестков роз. Единственное, что у нас немного замерзло. Изначально варенье было более темного цвета, и в таком как сиропе плавали лепестки роз. Сейчас у меня после холодильника оно немного замерзло, при этом оно не потеряло своих свойств, оно такое же вкусное, сладкое. Честно говоря, вот сам вкус на любителя, если вы, в принципе, вам нравится запах розы, то можете попробовать интересное варенье, чай с ним вкусно пить. Но если вы, в принципе, не любите каких-то специфических вкусов, то, наверное, не стоит. Вам нужно выбрать что-то более классическое, тем более там есть много разных вкусов. Вот, но варенье нам тоже понравилось, поэтому тоже, если вы хотите что-то такое интересное попробовать, то очень советую. То есть я-то, в принципе, сама по себе любитель таких там варений шишек, там еще что-то в этом роде, поэтому мне понравилось. Это была вся моя посылка крымской косметики. Честно говоря, все продукты мне реально понравились. Что-то в большей степени, что-то в меньшей степени. Но в целом все вызвало только положительные эмоции. Особо хочу отметить для себя, это скраб. Мне очень понравился. Также понравилась маска для сухой кожи. И, конечно, я возлагаю огромные надежды на средства против купероза. Вот, это все, что я хотела вам рассказать. Если вы что-то заказывали в Крыму или что-то привозили с отдыха в Крыму, обязательно поделитесь этим в комментариях. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно подписывайтесь на меня в Инстаграм, чтобы точно ничего не пропустить. И все, всех вас люблю, целую, желаю вам прекрасной сказочной зимы, хорошего настроения и до встречи в следующих видео. Пока-пока!